Приветствуем вас, ребята, с вами Сашко, Лешко. Ляшко. Ляшко, да. Трансляция прямиком из Украинской Рады. И это, кстати, по-моему, первая часть должна была быть. Так, хорошо, как сцены? Терпеть не могу. Можно это скипнуть? Да ё-моё. Это очень интересно, да, такой? Я что-то пропустил? Садимся, пацаны. Чё они так плотно лежат? Я на блин, чем мне чё-то лечить? А у тебя вообще слопка такая. Что такое? Ну давайте уже, всё. Всё. У тебя конспект по физике или там по физике? Моё репетиторство. А, перечеркнут тут что-то. О. Да. Да, мы же походили просто. Нет. Это последняя часть, да, в игре? Да. Это самая первая часть, почему не изменилась? Я что-то пропустили. Ну, я помню этого чувака. Надо умарал, что это хуй, блядь. Это реально годная игра. Ну, да, по тому снегу, но... Олега это культовая игра, на самом деле. Она настолько хорошо заходит. Мало слов с Олега. Я помню. Такой же уровень был в первой части, помнишь? Чтоб он там чем-то с пулеметом не стреляли, а не лазили. Да. Блин. Надо отражатель построить. Так, в первой части... Там даже была, по-моему, аудитория эта. Аудиенс. Наверное. Лови, гнида. Ха-ха-ха! Ебать, у него подгорело, что он... Пухан сгорел. Динамит из жопы вынул. Болельщик. Болельщик из Зенита. Соленый приклали, да? Прикрой меня, я покажу. Увернул всякое говно. А чё не засадит, что это будет? Да, пусть он надо собирать. Да, давай, 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 сюда, 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 красавчик! А, блин, там еще этот говнецо. А, эту ты вообще сюда теперь надо. Ох, ну нифига тут треугольники бермудские. Bermuda Triangle. Триангле. Передвинь, передвинь эту хрень. Но меня, видишь, чувачки агрят. Убрать, наверное. Чего они не агрят. Убрать из моей жизни. Я не знаю, за это тебя. А, вот. А я не понял, чего у меня так жизнь надо? Нет, нет, чем за мной бежит, чем рази. Чувак, помоги мне. Чувак, за мной трое бегут, я не справлюсь. У меня тут вообще какой-то член такой. Всё! Да... Чувак, да, да блин, да помоги, серьезно. Все, связаны. И меня сейчас убьют. Здорово, лохи. Они сразу за мной бегут, да что? Петушарня такая, нравится. Петушарня, иди сюда. Иди сюда, на. А тут еще не все. На. Давай, собирай хрень. Чувак, куда ты побежал? Я уже все собрал, все, что можно. Да, можно было собрать. Чё? Чё? Кстати, почему тут нет скрипт-клина? Где собрать? А, все, собирай. Я пока этого чувака слежу. Все, сиди.
Пизда нужно. О, кидай в этого осла. И что? Что за говно? Я подобрал какой-то, блять, что это? Какой-то барбарис. Да. Тут нет, в принципе, нет. Не надо. Что надо сдуить? Так, я беру на себя вот это очень реально. Смотри, я могу ответить автоматной очереди. Все. Давай, Саша, сделай что-нибудь. Посмотри, что тут надо сделать. Ну что делаешь, ты не стул, он блок прямо. Ха-ха-ха-ха, лохопед. Ну посмотри, что надо сделать-то. Не знаю, кувыречку могу не укинуть. Во, давай, тихо, я его лазером маню. Отлично, так. На. Тихо, сейчас я лазером его сюда приманю, так, вот сюда. Давай. Сейчас лазера ничего не происходит. А, блин, надо еще как-то вот эту хренобору сделать через ней. Только что с ней делать надо? А, водичка тут еще. О, водичка, вода. Моют волосы. Зачем мне тут бананы? Я сгорел чуть-чуть. Я воду включил. И чего я теперь должен Может, сделать? Может вот от этой его просто отразить надо в ту? Давай. Да вот, он должен как-то в эту хрень попасть. Хрень? А нафига тут бананы? Тут что, где-то обезьяна что ли? Иди сюда. Что за барет? Что за игра для аутистов, блядь? Даже для меня сегодня. А, на, возьми, чё там тебе надо, брокколи, на тебе сейчас брокколи дам. Банан тебе нужен, вон тут брокколи какие-то. На. Гениально. Это супер план был даже очень. Что вот с этим говном надо сделать? Ну, мне там что-нибудь подпрыгнуть надо. Фикасик. Вот сюда что-то как-то это не отражается вообще ни хрена. Так, тихо. О, тихо. Ну-ка, давай. Нет, назад. Сейчас. Вот так где-то должно быть. Он должен на тебя нанести, а не на меня. Да, ну так иди сюда. Иди сюда, на. Так, точно, вот ту хрень отодвинь, вот сюда. Ну она же не просто так тут подсвечивается, значит, тут должна гореть. Вот, тихо. И чё? То же самое. На сроки. Нет, только даже надо как стоять. Не просто так тут подсвечивается. Да. Водичка, вода. Эти, блин, я же не тебя. Да, серьезно, я что-то как-то это никого. Дропни уже это говно, все. Брось. Вот, что вот с этим говном надо сделать? Его заткнуть что ли? Да брось ты это говнецо, господи, банан ты сраный свой.
Во, этим, что надо сделать с этой хренью? А, я понял, чувак, может быть там что-то это. Ну только от той надо, чтобы отражалось, не от этой. Попробуй, чтобы на той отражало ее. Туда его переманить? На ту сторону, не на эту, а туда его, кто дальний. Эй, чмо, сюда. Я понял, да, переманить. Да что ты делаешь? Вот сюда буду переманить. Оставайся тут. Вот, я понял, короче. Нет, другую сторону. Ты хуй. Оставайся тут, блядь, не снимай. Вот. Неужели. Давай, кет, поставь. Давайте, я все. Я вырезать ничего не буду. Вот. На улице. Давай мои вещи. На улице сейчас пизду вообще. Я его брокколи бью. Ну просто да. Пламя огня. Рот закрой свой. Кто? Я кто, блин? Жопа подожди. Да, этих чмырей надо это убить, короче, я сказал. Да уйдите вы нахрен, вообще все отсюда, ублюдок. Вот, бей его. Ты что ли, блядун? Блядун. Ты, блядун. Шерфа, дебаши, Ро, я возьму его так. Дебаши? Артём Милевский. Ёпта. Что за банки пиваса? Колясик. Здесь пей был пиво. Колясик. Пей пиво за столом, пей пиво перед сном, пей пиво натощак, пей пиво... Отпосля. Пей пиво, пей пиво. Здесь был коляс. Почему там снег, а тут уже такой пляжик? Because of you. Lion up. Вы на моих мечах. Lion up. Эй, где ты? Где ты ходишь, мразь? Гась. Давай, переключай. Нахуя ты существуешь, скажи. Скажи, что это был Саша. А, так она закопана. Она не сломана. Ты дебилоид? Пей пиво за столом, пей пиво перед сном. Денис Колясик. Пей пиво натощак. Пей пиво опосляк. Что за йода? Не важно, когда шел индох, мразь. Ненавижу таких, как он. О, я пошел сплаву. Пешком выйдем. Нажмите один или пробел для длинного прыжка верхом на лошади. Что? Уи! Не зашло. О, аборигены, здрасте. Как он тут немножечко того. Здрасте, я пришел. Я пришел забирать лодки. Я не знаю, я пришел разломать вещи и разъебать им либо. Я уже забрал вещи. Я не понял, где мои лопаты. Я не понял, где мои тёлки.
пей пиво за столом, пей пиво перед сном. Что я делаю? Это какой-то бред. На свадьбе. Сколько бреет. Никогда смысл игры. А в чем смысл Насик кидать? Да я вспомню, в чем смысл курить. Никотин получаешь. Так, короче, нам тут рано еще что-то делать. Все в пизду превращается. А я быстрее плыву, я быстрее плыву, я быстрее плыву. Что это, когда он приходит? Все уже. Посадим сел. И жопу вытереть. Рукой что ли? Да. Че? На. Откопай. Чем же тебя откапываю? Жопой что ли? Рукой. Вот девочка прыгнет. Тут, блин, написано с самого начала было. Телочи. Телочки. Телочки. Пей пиво за столом, пей пиво перед сном. Ромикович, красавинчик. Красавица, может быть даже ночью индианы тебе присунет. Сука. Вот делать коробки. Вообще это нарушение прав человека. Буду гангстером. Вот и петух с лопатой. Буду гангстером. Зачем? Бля, буду гангстером. Что я сделал не так? Да, чё? Конечно, классно, только надо выйти отсюда. Солдат высрался. Где выход отсюда, чувак? Это сюжетно. Не, я понимаю, но выйти-то можно как-то отсюда. Только пройти миссию. Нет, ну назад так пойти, там тачку надо откопать. Че ее откопать? Сначала пройди миссию. А, там это, наверное, как бонус уже идет. Ёптую хватит прилетает, я же думаю. Пиво за столом. Смотри, у меня есть лопата, у меня есть меч. А я тут все пиво, я просто не пиво. До свидания. До свидания. Хочу сказать вам перед Германия. Домой в Чехию. Домой, пора домой. Вечерок на няне надо на домой. Домой. А еще армия. Давай. Армия респавнила в начале. Респавнила в начале, зачем? You are woman, I'm the man. This is чё-то... Чё-то там... We can make me feel Никита, so да? Right. We my lady, all the night. Whoa. You are woman. You the woman, I'm your man. Ты штука, я повышаю. Нет, ты ж ноги. You the woman, I'm your man, на русском. Ты штука, я твой властелин. Почему меня верблюда клюют? И попробуй докажи, что ты не верблюд. Господи, почему ты такой оленей, понимаю, ты просто лосяра. Серьёзно, почему меня вербуют тут? О, сосила. Да как убить этого говна? Я не знаю, я его пидолирую, вербуют. Себя отпидолируй. Почему меня бьют какие-то чмыри вот типа таких? Потому что это, блядь. Ой, это католик. Взрывай. Ну нет. Что мы хотели делать? Закрытие по окончанию учебы. Взорвать общежитие. Мимет, я не ошибалась тебе.
Чувак, это запрокинь штуку, я запрыгну. Заебись. Заебись, запрыгался. Заебись, четко. Юа, блять, какой ты юде. Юа, пиде, блядь. Пиде квадратно 4. Что верблюда делают? Они даже меня не. Они понимаешь, что они даже не ранили меня делают. Они. Смотри, отпедалировал его бананом. Смотри, чувака бананом отпедалил. Да. Ха. Лучше бы ты телочку еще не убили, отпедалил. Своим бананом. Да. Мишина. Так. Ты понимаешь, что аудитория нашего канала в среднем младше 16 лет. Они даже не знают, что такое секс. Не, я думаю, они знают, просто я думаю, что у нас подписчики на 5-6 лет младше, чем мы. Ну нет, я не знаю, может, которые смотрят твой PS еще возросли, но вот как кто смотрит Индиана Джонс, то он, мне кажется, они младшего возраста. Это гражданский нахер пробит. Иди сюда. Мой. Чувак лаганул немного. Я что-то не совсем не того. А может верблюду надо банан кинуть? А может надо вот яблочко кинуть? И они такие типа о. Смотри, он поймал банан, чувак, он серьезно банан захавал. Мой. Блять, Саша, я больше не хочу это снимать. Что это за бред, блядь, что? О, колодец, я ныряю. Блять, я сдох. Что такое? Почему меня удаливают? You are woman. I'm the быдло. Я. Я могу прорыгать алфавит. Б тяжело, надо, чтобы хороший ответ был, чтобы Б. ГГ. Бля. Я сейчас тут блевану скорее, быстрее. О, господи, что за бред? Чувак, я не знаю, что делать. Блин, давай сам думай. Я бью Тарибом бананом. Блин, вообще так нельзя делать. Дрожь, блин, хватит рыгать, задолбал, реально. А, я понял, кстати, что делать надо. Или нет. Скорее дачи мне. Ты ну чё? И что ты хочешь, петух? Ты чё, сука, охуел? Чё ты хочешь, петух дешевый? Давай, я блокирую их. Я не знаю. А ты нападай. Я бью чувака бананом, о чем ты говоришь, Лёша? Да ротал, закрой сейчас ротан свой, братан. Я сейчас на ротан еще прикинь, блин. Ну, о, смотри, банан. Братан, я, кажется, догадался. Что? Я лосоик должен снимать с этого сверблюда. Что ты тормоз, блин? Ты оленина. Сейчас в колодец его кину. Ну, я тоже в колодец пойду. Он улетел. Это армия бандитов. Я ТП хуюсь. Короче, ты как хуешь, а я хуюсь. Я ТП. Fly to the sky. Fly, fly, fly. Че я этих уроню? Мари. В чем прикол? Ай, I'm the man, блин, Саша, ты сука, если песню а ты я не сказал, знаешь. Блин. You are woman, I'm the man. I'm your man, ты сказал. Чучок на шпагат сел. Ну,
Окей. Что ты делаешь? Да, он говорит. Нам талибов говорит. Мехмед. Мехмед. Я Мехмед. Ой, за мной бежит Мехмед. Махмуд. Махмуд. Лахмана, лах. Лахмана, лах. Лахмана. Леша, убей их. Че ты бегаешь? Эй, че, можешь на тебя убегать? Конечно, ты блядь, ты сейчас ты. О, отвлеки их, а банан возьми. Я сейчас лопату. Отвлеки их! Смотри, я его купил, он не умирает сам. Ты придурок, он не умирает. Смотри, он со мной сражается на мече. Куда это умница? Смотри, чувак, их так нельзя убить. Чувак, ты должен его лассо поймать, я думаю. Смотри, он... Да мне насрать, куда я его там поймать должен. Ну окей, тогда можно с ним бесконечно рад. Смотри, я зажимаю на кнопку, он умирает. Ну иди сюда, все. Большие они, ничего что ли нет, них нельзя убить. Лассо его скрути, Лёша. Смотри, пока я его убью, он точно шел. Ха-ха, лохотребный, не может меня туда кормить. Ну все, бей его. Ты его должен убить, все. Ты его связал, ты его убьешь. Я вижу, он вообще в углу его зажал, он тоже умрет. Иди сюда. Он убежал от меня. Ну, с дебилом каким-то сражаться. Пошли все наверх. Блин, там надо запрыгнуть. Давай, оп. Ну и что, так они так, их также нельзя убить. Я могу просто вот так стоять, чтобы отвлекать, чтобы они не нападали на нас. Мочи его. О, я что, убил его? Ни хрена себе. Я убил. Охуенный меч. It's time to kill. Я убил его меч. Последний. О, у него супер меч. Свежня. Петух. Матрица отдыхает. Петух. Дальше играем, дальше играем, все. Сделаем серию чистовую. И... О, где этот петушара? Его тачку откопать. Это не, ладно, все. Заверши серию, там мотивы долго.